блокнот решил узнать, как делают скульптуры из бронзы. Создаем вот такие вот большие произведения. И вот данная фигура у нас составляет 3 метра. Это Яков святой. Уедет он, получается, у нас в Ярославль. За ним стоит Дмитрий Донской. Он тоже туда же поедет. Это будет такая как бы композиция из двух фигур, стоящих на расстоянии. Мы придаем различную фактуру. Допустим, одеяние здесь более грубое. Здесь как бы имитация шелка, более такой гладкий металл стараемся сделать. Ну вот, допустим, данный проект обошелся в 2 миллиона заказчику. Это осуществить как бы вот проект его в бронзе. Вот он. Ну это занимает очень долгое время. Это все творческие муки, понимаете? Вот это вот может лицо создаваться вообще неделями, понимаете, оно не получается и не получается, не получается и не получается. Ты вот это вот ходишь, спишь, ложишься там, мучаешься, весь потом просыпаешься, потом раз, и получилось. Я надеюсь, у нас в городе начнется выделение средств на такого рода проекты, как бы, да, потому что сейчас они как-то выделяются очень интересным образом. Ну, я думаю, я имею в виду, что он до нас что-то будет доходить, если... Потому что урвать заказ очень тяжело, конкуренция большая. Ну, я надеюсь, мы сделаем хотя бы такую работу, как Георгий Победоносец.